под Екатеринбургом стартовал скаутский слет для детей и родителей. Он начался с божественной литургии в Георгиевском храме села Мариинск. Ребят ждет 4-я детская парусная регата памяти святого цесаревича Алексея и другие события. О том, какие именно, мы поговорим прямо сейчас и для этого перенесемся в столицу Урала. И на связь с нами выходит руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. Анжела, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие зрители. На Урале, на Среднем Урале снова холодно, но это совершенно не помеха для юных скаутов, которые с 1 июля отправились на скаутский лесной слет под Екатеринбургом. Детский слет детей братства православных следопытов и их родителей проходит в селе Мариинское. В нем принимает участие порядка 200 юных скаутов с родителями, которые готовятся к детской парусной регате имени цесаревича Алексея, которая пройдет вот уже буквально в июле, в царские дни, а также закрепляют на практике те теоретические знания, которые они получали, ну, практически весь учебный год. Они ставят палатки, они готовят еду на костре, они оказывают первую медицинскую помощь, ну, по крайней мере, тренируются это делать. Они вяжут морские узлы, осваивают морское дело. Ну, и нужно сказать, что в этом году слет посвящен теме 350-летия со дня рождения Петра Великого. И, соответственно, сам Петр I и его ближайшие помощники открывали этот слет. Ну, и нужно было видеть, как вчера из леса выходили колонны юных следопытов в синих рубашках, ярких галстуках. Они шли отрядами на богослужение, воскресное богослужение в храм Георгия Победоносца, который размещается в селе Мариинское. И надо сказать, что многие из них в этот день причащали святых христовых тайн. Дело в том, что основой православной культуры один из важных предметов, которые православные следопыты осваивают. Ну и девиз православных следопытов «Будь готов, всегда готов», ну, известный нам с вами, ну, во многом по пионерии, а изначально действительно заимствованный пионерией у скаутинга, сегодня действительно обретает здесь свое такое полновесное звучание. Наши скауты очень активно занимаются помощью старшему поколению, помощью, участием в делах милосердия. Это тоже такая активная скаутская жизнь. Так что сегодня на Среднем Урале такой центр возрождения скаутинга православного. Ну и всегда будем рады всех видеть и приглашаем присоединиться. Братство православных следопытов здесь возглавляет руководитель Совета Братства православных следопытов России Всеволод Сергеевич Крестцов. Сегодня мы планировали, что он выйдет в эфир, но он в походе с ребятами, там не очень хорошо на связи, поэтому вот делегировали мне немножечко рассказать, как проходит наш слет, скаутский слет княжества. Ну, ваше включение получилось очень позитивным, поэтому мы желаем всяческих успехов вашим юным следопытам. Большое спасибо, Анжела.